я спрашивал однажды одного еврея, говорю, что вы танцуете ваши вот эти еврейские танцы, всегда ручки вот здесь, в районе плечей, да? Он говорит, ничего сложного, Изя, говорит, просто во время танца, когда танцуешь, ручки сюда, и во время танца можешь подойти к любой напротив танцующей барышни, позволить ее за грудь. Она не заметит этого. Знаете, друзья, я таки знаю, как хорошо проводят. Кстати, вы реально кушаете, а лучше, ну, не пейте. Команды не было, братан.